Коллектив «Сурганный оркестр», рок-коллектив нашего города замечательный, солистка Светлана Сургановой, выпустил новый альбом в ноябре. И в этот альбом вошла моя песня «Воздух». И сейчас она является таким символом всего альбома. Она представлена на радиостанциях, на нескольких. Наше радио «Чартовы дюжины», она участвует. Голосуйте, пожалуйста, те, кто слушает рок, молодежь. Вот, песня очень красивая, я за нее тоже горжусь ей, в общем. Ну, тоже полеты и тоже крылья, ну, куда без этого деться. Композитор Светлана Сурганова, Валерий Тахай. Стихи Ольги Виор. «Воздух». За что держусь? За воздух. Ты знаешь, это просто. Пойдем, я научу тебя летать. За что держусь? За воздух. Искать опору поздно. Однажды я сумела птицей стать. Внизу остались крыши, а мы взлетаем выше, забыв про притяжение и страх. Смотреть вперед и верить, преодолев потери еще сильнее, сделать крылья взмах. Воздух взглядов и слов твоих. Воздух — музыка для двоих. Воздух — небо к себе зовет. Не прерывай полет, не прерывай полет. За что держусь? За воздух. Ответы на вопросы заложены в умении дышать. За что держусь? За воздух. Любовь свивает гнезда лишь там, где поселяется душа. Внизу остались крыши, а мы взлетаем выше, забыв про притяжение и страх. Смотреть вперед и верить, преодолев потери еще сильнее, сделать крылья взмах. Воздух взглядов и слов твоих. Воздух — музыка для двоих. Воздух — небо к себе зовет, не прерывая полета. Не прерывай полет, не прерывай полет. Большое спасибо.